Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях на канале «Облака» знаменитейший бард Юрий Кукин. Это я. Лауреат национальной общественной премии в области авторской песни, которую он получил за выдающийся вклад в культурное наследие России. В течение многих последних лет, десятилетий мы с тобой общались на «ты», поэтому и сейчас не будем менять ничего. Я люблю, когда «ты», потому что человек, выходящий на сцену, если называть Юрий Алексеевич, то это уже значит старик. Он уже не может петь, и нафиг он нужен. Ну, начнем с того, что этот год у тебя юбилейный, тебе грядет 75 лет, 75-летие. Расскажи нам, пожалуйста, о своей жизни. Ну, начнем с детства. Что-то самое яркое, может быть, о войне. Это же 10 лет тебе было в это время. Где-то вот... Нет, сначала мне было 9 лет. Ну, 9, 11, 12. Такие емкие годы. Да, ну, первое, начало войны я застал сразу же, потому что даже стреляли, когда я бежал от школы, там немецкий самолет палил по нам. Ну, вот, все. Но это было самое начало войны, самое начало. Она только началась, и тут же стали уезжать, покидать. И все поезда, которые уходили, бомбили. Половина уничтожена, почти не удалось увезти. А у меня дед был директор школы, и поступили так. Прицепили к электричке, которая ходила до Петергоф. Я жил в Петергоф. Петергоф, Ленинград. И паровоз потащил нас. И он протащил нас, мы ехали, так кругом валялись эти эшелоны. Трубы там, я вот помню, что там все было белое, все в крае. Вот, и мы это проехали, все. Нас ни разу не бомбили. Эвакуация вы были где? Сейчас скажу. И пока мы ехали, значит, у нас была электричка обыкновенная. И один раз летал какой-то немецкий там самолет, смотрел, но не стал, потому что он понял, что это не эшелон идет. Какая-то электричка справа. Вот так. Мы добрались. Когда мы заехали за Урал, там уже все кончилось, война, в принципе. Но нам нужно было где-то выходить. Не знали где. Ехали просто вот в электричке, все с вещами сидели, там полный электричка народу, и учителя вот в одной вагоне. Там. И наконец добрались мы до станции Иковка такая есть. Это главная магистраль от Ленинграда до Владивостока. Вот. И там добрые люди ждали тех, кто привезут всяческие. И вот мы едем, стоим, стоит подвода около этого самого вокзала маленького. И мужик сидит, ждет, кто выйдет. Я сказал, давай выходим здесь. Он видит там лес, он биолог у меня. Увидел лес, вот тут будем. И все вышли, сели на телегу, и он нас повез куда-то. Привез он нас в маленький поселок, называется Чашинск. Это там бывшая Курганская, а потом Челябинская область. На грани, ну, за Уралом уже. И в этом месте лесозавод был. И они пилили доски для фронта. И там пока Лежневка дорогу везли, вот Иковку, она уже по Транссибирской магистрали куда-то там ехала. Ну вот, но это не совсем было хорошо, потому что мы попали в то место, где ленинградцев ненавидели больше всех. Обычно москвичей не любят? Нет, не нравится, потому что вы, мол, революцию придумали, вот из-за вас мы здесь и сидим. А там были сосланные. Там были эстонцы, литовцы, все поляки, понятно. И все они жили беспаспортной местностью, у них паспортов не было, это просто так. Но там, так как они работали на лесозаводе, на этом, тем более, что они умеют работать, они работали там, им давали еду какую-то, карточки не знаю. Вот. А нам не давали, потому что и мы там попали в положение, у нас блокада была хуже, чем в Ленинграде. Я опух от голода, в конечном итоге. Моя мама умела рисовать, она давала, делала их фотографии их детей, которые там воевали по оппозиции, и увеличила их квадратиком. За это иногда давали, зимой давали молоко, вот это, в таких тарелках молоко, это помню. Но первые два года были очень страшные. К 43-м полегчало чуть-чуть, потому что там уже начали поступать всех там. Вот, ну, короче говоря. А вернулся когда? В 44-м году первым же эшелоном. Надо сразу же детей учить. И дед первым же эшелоном вернулся в Петергоф. Еще война была. Петергоф только что освободили. Он горел. Там, кстати, немцев-то наших-то и не было в Петергофе.
Ну вот, и отточенные армии разбирали Петербург на части. Они между собой даже не ладили. Гитлер, Геринг, Гесс и Геббельс. То есть четыре их собственных войска грабили Петербург. Между собой не ладили даже. Эти это хотят, эти это хотят. Ну вот, но там история Петергофа сам по себе забавная, потому что говорят, немцы уничтожили Петергоф. Это не немцы. А кто? Они его не трогали, потому что им нужно было богатство. Угу. Товарищ Сталин послал три десанта. Все десанты голыми руками взять, чтобы не спорить эту штуку. Все три десанта погибли. 10 000, 7 000, 3 000. Ну и вышло. Тогда из Кронштадта весь Петергоф уничтожили. Так наши. Что не досталось никому. И никаких там немцев наших там не было. И они просто взяли, сказали, ах так, не останется никому. Они же хотели разворовать его. А их уничтожили вместе с тем, что не хотели разворовать. Петергоф не было ни одного жилого здания. Все было разрушено полностью. Все попали. Кругом брались трупы, оружие там. И вот в развалинах школы, в которой он и был директором, когда он там стал восстанавливать, стали детей учить уже, потому что 44-й год, начало. В следующем году была победа. Понятно. И все началось уже прекрасно и весело. Ты отучился в школу, здесь же в Петергофе уже, да? Я не пропустил ни одного года. Я же там, он же стал директором школы в этом Чажинске. Преподаватели появились. И там тоже учились. Я не пропустил ни одного года. В общем, я поступил в 6 лет в школу. Ну, нет, директор, даже раньше. Я уже с 4 лет читать умел. И значит, поступил. И я отработал, я самый младший был. И в школе там ребята партизаны были, там чего угодно. Им по 22 года. А я маленький. Такой. Нормально, да, год в год шел. Нормально прошло. Мне легко было учиться, потому что у них запущенное образование, война не дала им учиться, тяжело все это было. В институте Лесгофта, который я закончил тоже в дальнейшем, с отличием. Я тоже был самым младшим в институте, поэтому я с отличием и кончил. А там уже были первокурсники и по 30, и по 40 лет. Главное, что у них надо было готовить спортсменов быстро. Нет их, всех поуничтожало. И поэтому пришлось сразу же принимать 7 классов образования сразу в институт. Так, тогда... Чемпионы там всякие, да, знаете. Так... И мы готовили, у нас обучали всему, у нас не было специализации. То есть всему обучали. И вот фехтовальщик должен был баскетболу обучать, все. Короче, нас обучали всем видам спорта. Мы проходили по 3 месяца курс. Бокс, штанга. Плавание, гимнастика, легкая атлетика и лыжи – все 4 курса. А все остальное так периодически, но обязательно. Значит, у меня с отличием кончил. Отличие – это разряд. Третий разряд – это пятерка. Надо иметь 10% пятерок, нет, 10% четверок, остальные должны быть пятерки. То есть у меня по всем видам спорта разряды. Я играл в футбол за сборную института Лесгофта. Футбол, хотя я не поэтому дело кончал. Дальше у меня, как раньше видовые были значки, можно было обвесить всю грудь, их на рынке продавали. И очень дорого стоил боксерский. Вот, мне пришлось, а я мог ходить все видали ходить. Но это потом быстро привыкаешь ко мне. Но не в этом суть. Суть в другом. У вас начинается второе развитие. Это еще детство, в принципе. 17 лет – это еще детство. Да. Тогда 20-летние еще считались, учились в школе. Я, значит, 14 лет. В 14 лет я увлекся джазом. Дед подарил мне приемник. Первый приемник, который там появился, рекорд. У него рекорд хорошая штука. Он, у него чуткость невероятная. Он ловил даже голос Бразилии на русском языке. Но зато у него не было избирательности. И там станции на станции, на коротком он сидят, сразу 4 станции, говорят, ворот поют. Слава Богу, тогда было мало мелодий. Это сейчас 100 тысяч оркестров, в одном Америке 10 тысяч этих ансамблей. В Нью-Йорке в одном. А тогда мелодий было в мире мало. Она появлялась, знал весь мир сразу. Вот появился небеса маленький цветок. Та-та-ра, та-та-ра, та-та-ра. Весь мир уже знает, потому что это легко ловилось, но я знаю. Но потом, когда стало много оркестров, уже никто не знает откуда и что, и как называется, там какие-то группы, все группы. Тогда их мало было мелодий. Я увлекся джазом, диксилентом. Но чем бы я ни увлекался, все запрещали сразу. Как только я увлекся джазом,
Его тоже запретили. До 53 года джаз процветал. После военной особенно. Мы же американцы там все нам научили играть и танцы там все. Но играть было некому. И в 14 лет, а я уже, я вообще талантливый человек, я на 14 лет уже заслушал. И пошел играть сейчас на трубе, там был такой самопальник какой-то в чистовом заводе, там был, где можно учиться. Я пришел туда, хотел на трубе, мне нравилась труба, на ней можно говорить. Рояль это сложно, там сказать, это ритмический инструмент, труба это излагает. Но там стояли барабаны, и я заинтересовался. А тут оказалось, что я одаренный барабанщик. Я стал играть на барабане и петь. Моя биография, как называется это, профессиональная. Я 62 года на профессиональной сцене, не пропустив ни одного дня. 62 года я профессионал, музыкант и певец. Моя первая песня я написал в 46 году. Она в сборнике, кстати. Вот. Ее пел весь Ленинград. Я написал на музыку рингтона. Караван. Трой. Пески лежат, как океан, а по пескам из дальних стран идет усталый караван. Мои слова. Пел весь Ленинград на танце, караван была модная, милая. Рингтон. Музыка рингтона. Мне повезло. Я встретился с рингтоном, взял ему руку в Ленинграде и сказал ему об этом, что я сказал первое слово. Ну, никто не встретил. Знаешь, какой старый. Да, нет. И вот началась моя... И вот не раз, я все время работал за деньги. Я был профессионалом. Вот я стал играть на барабане, на танцах. И пел. Собственно, сочинение песни, не собственно. Ну, как тебе сказать, тогда собственное сочинение было трудно, поэтому всю американскую музыку я переводил на русский язык. Ну, не знаю английского языка, но по звучащим интонациям музыки. Ну, раз называется караван, значит караван. А почему ты не поступил в литературный институт, а поступил в физкультурный институт? Ты же талантливый в этом плане был или музыкальный? Литературный – это не институт, это не ерунда. Там ничего не умеет, ничего. Ну, самые бездарные журналистики, конечно, факультет, но вообще-то говоря, то же самое. Дело в том, что я любил математику. Ах, ну, да? Больше всего на свете, да. Я очень хорошо знал ее. И когда встал вопрос, я с отличием, я все скажу, с отличием, школы, институты, все на свете. Он даже благодарность примем получил. Здесь. Вот часы, которые мне подарил Сергей Миронов в Кремле, кстати, прямо со сцены. Когда мне было 72 года, он вышел на сцену, а там Леня Сергеев, 30 лет ему было. И он всем в день рождения, Городницкий, всем подарил грамоты какие-то, часы, вот, за развитие. Ну, вот. А тебе часы? Нет, то же самое, что и всем, грамоты, это все на свете. Но подошел и сказал, публично сказал, говорит, Юрий Алексеевич, вы извините, но мы прохлопали. А мне 72, я не юбиляр в данный момент. Что было 70 лет. Я сейчас исправляю свою ошибку, лучше поздно, чем никогда. Я вам вручаю по поводу 70 лет, так и написано было. 70 лет. Вот эти часы, грамоту там и прочее, какой-то камень. Там. Ну вот, награжденный я стал. Вот такая штука. Ну вот. Но никто не знает, что я, у меня стаж, если говорить, автор, любитель, там, что такое, бард. Ну, я же 62 года был профессионал. Так что бардовская песня, когда подвернулась, мне это было раз, ну, я тоже написал, с туманом и прочее. Потому что мне это легко было, я же тренированный и стихи писать, и песни петь, на барабане играть. Гитары я не умел, я сейчас не умею. Я научился играть за неделю на гитаре, меня учили геологи, за неделю научился. И за всю оставшуюся жизнь не научился играть лучше. Я до сих пор играю как дома. Тут 7 аккордов и 3 струны. У меня сразу же вопрос возникает. А кто был тот человек, которому надо, мне кажется, памятник поставить, кто тебя соблазнил в экспедицию, где ты и песню Глеб написал? Горбовский. Поэт Глеб Горбовский. Да? Поэт Глеб Горбовский. Он геолог. Он геолог? Ну да. Ага. Все же был геолог. Ну да, да. Сейчас он старый, говорю, господи, я вот. Так вот кому, говорю, памятник надо ставить. Он тебя вытащил в экспедицию, где была обстановка, атмосфера, и да, где не, были... Ну да, но не в этом. Я поехал туда, как... Я был богатый человек, в принципе.
То есть ты фигуры был катания. Тренером, уже да. Все хорошо. Ну, я могу объяснить, это гораздо проще. У меня было 3 школы фигурного катания. Первый вел в 1953 году, я начал массовое катание в стране, вообще его не было. Угу. Ну, у меня был 1953 год. Угу. Я решил сделать платную школу фигурного катания. Деньги нужны. Я учился в институте, все что-то делают. А я фигурное катание уже знал по книжке Панина, я там с книжки научился скакать, прыгать там все. Ну, а фигурное катание было. В институте был, учился Игорь Москвин. Не он учился, его жена училась, моя беленькая. 4 чемпиона страны в фигурном катании. 4 на него были. Ну, вот. Потом он развелся с ней, он потом женился на братусь. Там вариант стал Москвиной, вот чемпионный тренер тоже. Вот Игорь Борисович Москвин сказал: Юра, я услышал, что ты знаешь фигурное катание. Я говорю: а как же? Панина читал, там все катался, прыгал. У Панина было написано, что всего 3 человека в мире делают прыжок в 1,5 оборота. У Панина написано в книге. Один там какой-то Паулюсен, который прыжок Паулюсен. Но 1,5 оборота тогда, еще 3,5 прыгают, 4 даже. Я прочитал это и научился прыгать в 1,5 оборота. 4-й в мире стал. Тут же, наверное, 14 лет. Ну, вот. Я, значит, поступил в эту школу, в институт, то есть. Но поступил не сразу. Я пошел математику свою любимую. Все-таки пошел в институт? В университет, матмех. Ага. Там это те, которые делают математика, которые делают метро. Вот проходят там, проходят вот эти математические расчеты, чтобы они не промазали. Матмеха занимается вот этим делом, в принципе. Сложная наука, сложная математика, там чего значит. Я пришел, а я с золотой медалью кончил школу, но и мог без экзамена поступать. Я отдал документы туда, походил по университету, а там разговаривают ребята на математическом языке, на уровне специалистов. У них уже в устах выше математика, они разговаривают, поступающие. Я уже математику так где-то понаслышке, но чтобы так, я смотрю, господи, да мне тут нечего делать. А я не люблю быть последним. В спорте учат быть первым. Это обязательно. А в Олимпийских играх никогда не было. Это сейчас придумали 144 место по теннису. Там было одно первое место. В Олимпийских играх? Да. И второго не было вообще. Его забывали. Первый, везде памятники ставили во всех городах. Он становится героем там на свете. А второго нет просто. Их не было вторых. То есть и вас учили быть только первым? Да, в спорте обязательно надо быть первым. Это все эти там 100 место, 7, человек становится настоящим героем, если занимать первое место в мире. Это понятно. Но обучать это трудно так, поэтому придумали для обучения, что 142-й, то есть как-то учитывается, какие-то рейтинги там все такое. Ну вот, ну тут приходится быть первым, что же делать. Я тут мне первым не быть. Я забрал свои документы, но я еще мог перемещаться. И поступил в институт точной механики и оптики. Все попроще. ЛИТМО. Антон Перук там взял. Поступил на ЛИТМО. Я отучился там полгода. У меня тремол. Ну, от спорта, все, у меня рука трясется немножко. Я не мог, 12 раз я сдавал шрифт. Там шрифт самый первый. Это ерунда, это не считается, но я не мог. Но я думаю, мать сейчас, мне 12, а там черчение основной предмет. Там все чертить, точно механика. Я думаю, нет, это не мое, потому что я не смогу. Столько, я маму попросил, она начертила, я сдал этот шрифт наконец. Я взял, сдал все экзамены опять. Все. И? Это полгода прочитался. Ну, да, ну, да. И мне поднялся паренек, говорит: Юра, говорит, что ты мучаешься? Я говорю: мучаюсь с этим, всю жизнь теперь чертить, сам себя обрек, обряк. А такой еще факультет был военный, организированный, там нужно еще, ну, вот, поступить-то сложно, я бесплатно, без экзамена. Ну вот, я даже, ладно, пойду я, пойдем, говорит, в Плесгов-то. Ни чертить, ничего не надо, только 4 экзамена сдать. Я их очень смешно сдавал, кстати, с такими-то заданиями лет. А там по 60, по 40 даже есть ребята. Вот Кузин учился тогда на первом курсе. Там сколько, 5 классов образования. Ну, короче говоря, приходил, пошел сдавать экзамен в лет. Он говорит: там хорошо, интересно, люблю спорт. Ну вот, это все будет
Он говорит, институт физической культуры и отдыха им не рядом. Физической культуры, вот как парк и отдых, там все на сборах есть. Я стал в институте физической культуры и отдыха учиться. Хорошее место, очень весело. То есть и летом, когда ты, когда не было работы, в смысле, сезонная работа была? Ну, фигурное катание. Мы же, значит, мы будем развивать. 7 человек занялось фигурным катанием в стране. Не было по всей стране. И с этого момента родилось фигурное катание массы. Потому что я начал его, набрал там не в одном 60 человек. И запустил, вышел фильм «Золотая симфония». Дети поперли на это фигурное катание. И через год уже 1500 занимался Орлова только детей. На следующий год уже 15 000. И сколько лет ты был тренером? 25. 25 лет ты преподавал? Тренером. Вот, я в школе чемпионов работал с мускинами. А кто стал, кто-то стал у тебя знаменитостью из твоих? Ну, конечно, да? Сталин. Наташа Рыбакова, Мишка Каменов, первое место в стране. Называется Кубок Пайна. Понятно. Это соответствует чемпионату. Как мои воспитанники. Да, и сам тоже чемпион РСФСР. А в экспедицию поехал как, просто... А? Горбовский меня послал. Ну да, просто развеяться за романтикой, как? Почему это вдруг? Это тем, что у меня слишком много денег было. А я был холост и все это тратил направо на лево. Я был еще, создав фигурное катание, я в Петергофе открыл школу фигурного, когда я кончил институт Лесгофта, там было распределение, а мне куда угодно. Я выбрал себе эту... Калугу, начальник УСО, член спортивного отдела общества «Локомотив». Задачей там же вести фигурное катание, создавать. В Москве схватился за голову, помчался в этот наш комитет. Один человек всего вышел с высшим образованием, его куда-то там запрещают. Пожалуйста, пусть он попросит какой-нибудь, куда его пристроить. Я поехал на часовой завод в Петергоф, я жил. И у вас будет фигурное катание, и мне дайте запрос, что я буду инструктором физкультуры в всем заводе. Так и время, так поработаю годик, потом слиняю. Ну и пожалуйста. Значит, я приехал, он ворвался в эту комиссию, сказал, оставить, и сразу немедленно оставили. И я получил направление в Петергоф к себе домой. Часовой завод, инструктор физкультуры. Тут я садил и взялся уже круто. Так как я уже в 53-м году открыл это массовое катание, там 3 интерната есть, детей привозят на недельку туда. Во-первых, когда школу фигурного катания в Петербургском при дворцах и парках. А во-вторых, я сделал еще эту самую бяку. 3 интерната там. Дети там неделю живут. Я пошел и предложил, что вы... Да они сами стали обращаться, я у меня в дворцах тоже работал. И сказали, не могли бы вы у нас там? Я говорю, пожалуйста. Я придумал фразу, которая запечатлена в профсоюзном справочнике. С этого момента так оно и есть. Это прецедент у меня. Сколько надо платить за фигурное катание? За 2 занятия в неделю по 45 минут, 2 часа. 2 по 45, учебный час, еще рублей. 5 рублей в месяц. Это немного. Немного. Тогда зарплата жене была 120, но ради ребенка 5 рублей это можно покинуть. Назначил сбор всех детей не в выходной, когда родители есть, а без родителей. И предложили по классам, сообщили, что кто хочет заниматься фигурным катанием, приходите, стоит 5 рублей. И когда я пришел на собрание, а там это был как сигнал к действию. «Золотая симфония», фильм идет. Тогда было модно учить музыке, английскому языку и фигурное катание, которое только что появилось. Если ребенку сказали, мама, надо, мама не будет своего ребенка убирать, как все, как это Америка, как у Джона. И я назначил сейчас дня собрания, идут 4 первых класса по 30 человек с пятерками в руках, 4 вторых, я испугался, где только принимаю только первый и второй класс. А там же и пятиклассники, там всем семиклассники, все хотят фигурного катания. Начинается она сначала. Я всех убрал, только тех, которые первый-второй класс. В каждой школе у меня занималось 400 детей в общей сложности. Ну, первый, второй, третий, четвертый. 400 детей по пятерку платили. Кто-то отвалился, там, или кто-то заболел, кто-то передумал. Но в общем, я получил 400 детей на 3 по пятерке.
Ну, что-то много, очень много. Много. Порядка больше, чем инженер. 5 тысяч примерно рублей платил. В месяц зарабатывал. Но только зимой. Летом я в экспедиции. Но с такими деньгами... А сколько лет ты раз был в экспедиции? Лет 7. Да, лет 7 примерно. То есть тебя не увлекли? Нет, потом я в разных вариантах был. Ну, вот, короче говоря, я с этими деньгами лежу на пляже летом в Петергофе и отдыхаю. Чтобы меня держать на работу, синекуру дали. Директор пляжа. Вот я директор песка. Псок мой. Все, что на пляже стоит, мне не принадлежит. Торговая сеть, там, научный отдел, какой-то там еще, все где выдают эти мечи там разные, все. А мне только песок, который следит, чтобы его не украли. Вот я на нем лежу и слежу. Могу не ходить, расписаться за весь месяц вперед. Вот в этом блаженном состоянии синекуры, где мне море там, я уже не знаю, куда гревать. В это время пришел Глеб Горбовский и приятель Женя Азин такой, с которым мы вместе поехали. Сын начальника научного отдела. Вот. И, значит, короче говоря, пришел, говорит, Юра, что ты валяешься? Молодой, здоровый, спортсмен тем более. Поезжай в экспедицию, там это интересно. Тайга, природа, река, там, рыбы, животные, все. Я поверил ему. И он сказал, иди вот туда. И я пришел в это самое, в Вирк-институт садоведческой физики. И там баба такая красивая была, она песни любит. Вот. А я, казалось, на барабане играю песни, спел там на английском языке. Гуантусей гумачини. Ну, только примерно английский. Когда святые маршируют. Ван за сенс гоу марши. Короче говоря, спел, ну, в общем, взяли меня. Они, геологи, геофизики, искали, им работать надо там. Им надо, чтобы рабочий был интеллигентный. Чтобы не скучно было. Там привет, там не найдешь. Вот они берут с собой рабочих, чтобы поговорить с ним, было интересно, рассказывать там все на свете. Вот меня взяли в качестве развлекателя, одновременно там работать надо, под землей. Сам гад не поехал, Горбовский. Направил меня, тайга, природа, я попал в шахту Рудник Темиротова, под землей 800 метров, света Божьего не видел, таскал ты камни там, все на тебя отбивал какие-то образцы. То есть, не туда я попал, не на приключения, не на голову природы. Правда, там тайга вокруг, но это не тайга, это такой лесопарк, горная шоря. Когда сейчас руду выработают, там будет Швейцарию хотят сделать. Там все есть, альпийские луга, там снега невысокие наверху. Ну и начал писать песни. Нет, при... они начали петь мне песни. Они тебе начали петь? Ну, конечно. Ага. Я же не слышал эти песни, я в джазе развивался так. Мне бы развиваться, я развивался. А, и вот геологи начали... Вечера... Петь, но неизвестные мне песни, ага. Как с неба, новый пласт культуры. Бабахнуть мне, мою талантную голову. И, значит, это были песни Булата Куржавы, Навала Матвея, Александра Городницкого, Ады Якушева, Юрия Визбора, да. Высоцкого я не слышал, тогда он только начал писать в один день со мной, в 1953 году. В 1963 году я написал первую такую бардовскую песню. Ну, говорит, что-то такие вот есть, барды, Куржавы. Вот тут меня опять спулило в мощное. Надо опять первым быть. Возьмешь-ка я за это дело. И тоже на второй день придумал, вторую поездку придумал за туманом. Узнаю первое место. Тогда я придумал Париж в следующем году. Первое место в стране получает. Песня Париж. Первое место. Да, на союзном слете. Слет да, по местам был экскурсии. Боевой, да. Трубовой славы. Да. Ну, я сейчас знаю, высшее время. Правда, она ошибочно, там у меня про войну не слово, но там все перепутано, не важно. Что я добился первого места, мне хватит. А песни пишутся? Да нет, я писал песни. Нет, нет, пишутся в том плане тогда те годы. Хорошо, написал возьму... одну, написал вторую, пошла третья. Я писал оптом. Я в одну ночь написал 21 песню. Среди восьмой эпохи. 30 лет там, это клоуна песня, маленький гном, все это один поток. Знаешь, а потом потерял интерес к этому. Ты знаешь, ничего, что я провел такое исследование. Ну, там есть, я видел, да. Вот, вот например, вот это было. Вот график тех песен, которые... Болдинская осень. Я назвал это для себя Болдинская осень. Удивительное время, когда
Все всего осенью писалось. Да. Когда были написаны вот эти вот основные любимые песни всеми, и эти песни 40 лет живут, любимые всеми. Ну, вот то, проверка когда времени. Ты молод, сравнительно. И не так уж молод, 30 лет мне было, 33 даже. Угу. Но это когда еще прет из тебя. Тогда ты пишешь с удовольствием. А потом, когда кончает петь, хочется написать, приходится мучиться. Нужно думать что-то. А я не поэт. Профессиональные. Я потому что поэты, они, вот как Хемингуэй, скажем, писатель, он каждый день писал по странице, стоя на одной ноге. Это работа, заставлять себя надо. Ну, поэты писали. Но Александр Сергеевич Пушкин, кстати, не был поэтом в этом смысле. Ну, как поперло, он Евгений Онегин там, мне кажется, несколько месяцев написал, буду сказать. Ну, так что я тоже так не совсем. Она с Непиной пошла писать. Мы затронули вопрос. А сейчас я пишу. Вот тысячелетия, тысячелетия я пересек с песней «За туманом». Она уже впереди шла, говорит, я сзади плетусь. А за 3 года я одной песни. И Курзава спросил, Юра, ты пишешь? Я говорю, да нет, что-то не получается. Если, говорит, пишу, такая тоска неинтересная совершенно. Он говорит, вот я тоже 3 года не писал ничего. Да и время, говорит, такое, писать не хочет. Спой что-то сейчас. Хотелось бы «Город», если... Да нет, нет, но «Город» ну... это другая опера. Другая опера. Ну ладно, да. Спой что-то, чтобы мы, так сказать, чуть-чуть... «За туманом 3» называется песня. Когда я пересек тысячелетие, теперь мы все только тысячелетиями. Вообще-то, я уже так говорю, что свою первую песню написал в первой половине прошлого века, это правда. Да. В 46-м году. В первой половине прошлого века. Вот так, не слава. Ну вот, а эту песню написал, пересекая тысячелетие в последнее. Вот я сказал, что я написал 3 года, Курзава, тоже мне сказал то же самое. И в мае месяце 2001 года, уже в новом тысячелетии, я неожиданно заметил, что я стал рано вставать, просыпаться. Встаю в 6 часов, иду на улицу гулять. С 7 уже хожу, там все, до 11. Потому что в 11 просыпается моя жена. Она ночью пашет, а я наоборот, я ночью сплю. Значит, и она... Просыпаюсь в 11, но нет ничего страшнее не вовремя разбуженной жены. И вот я удираю от этих неприятностей, чтобы не сбрушиться там, иду на улицу. Она спит спокойно, я тоже в это время, у меня глоток свободы получается. Я зайду там в рюмочную, выпью 50 грамм, потом дальше хожу по улице и мечтаю. Но уже возраст не тот, я мечтаю уже несбыточные мечты. Я мечтаю о том, что... Попал снова на Камчатку, там с медведями здоровыми знакомыми. Затем, что за песню «За туманом» мне дали Нобелевскую премию. Я теперь невзвращенные долги возвращаю, там, вообще раздаю направо-налево Нобелевскую премию. Но это неизбыточная мечта. И вот вдруг смотрю, песню написал, пока ходил. Песня о том, о чем я думаю, когда хожу с 8 до 7 до 11 по утреннему городу, так сказать, Санкт-Петербургу. Ну, там на окраине. Кировский район, это проспект Ветеранов, там лесопарк такой, я скажу. Ну, вот. «За туманом 3». Почему я опять вместе с солнцем встаю? Непонятное чувство и легко, и тревожно, как осенние птицы улетает на юг, я весной на восток, к моим рекам таежным. Я друзьям позвоню и услышу ответ. Самолет послезавтра, не опаздывай, старый, все дела отменю, накуплю сигарет. Свою сумку собрав, посижу над гитарой, а потом самолет шар раскрутит земной, а потом будут песни и ночной разговор, и, конечно, костер, и, конечно же, чай. Ослепительный привкус
звезд лесных у него. Я палаточный полог поутру распахну, меня встретят тайги, голубые туманы, оседлаю мечту, поскочу сквозь весну одиноким ковбоем в неизвестные страны. Почему я опять вместе с солнцем встаю? И еще что-нибудь, что сейчас ложится у тебя под настроение? Ну, ты сказал про город, могу сказать про город теперь. Город, он такая несколько замысловатая. Я люблю простые песни. Ну вот, но Кузяев сказал, что песня «Туман» плохая песня. Да. И не пишет туристских песен. Тоже сам сказал Григорий Рабовский, который меня послал. Он сказал, что песня «Туман» – это не поэзия. Поэзия, сказал Горбовский, состоит из сравнений, определений и метафор. У тебя в песне «За туманом» ничего этого нет. Только одни глаголы по два раза, существительные местоимения. За, за, там, еду, еду, там все. Есть, говорит, у тебя два вынужденных определения. Это, но они тебя не украшают. Законченный чудак и невозвращенные долги. А долги надо возвращать, когда надо не поедет вообще. Так что, я говорю, Глеб, никто этого не заметил, все ее поют. Он говорит, не умеешь писать, вот возьми мои стихи. Прямо мелодии пой, пожалуйста. И дал мне книжку «Сборник тишина». Я вот переспел, пытался хоть что-нибудь написать. На его стихи никто не слушает, не получается. А я говорю, ладно, напишу сам, написал песню «Поезд». А в тайге по утрам опять поют. А Глеба Горбовского поэта не поют. Он меня учит, как надо писать, а его не поют. Если ты уверен, ты напиши, чтоб я пел. Ты же написал там «Вечный огонь», дурацкую какую-то песню. А, «Стреляй сквозь меня». А, ну, «Фонарики ночные», когда косили. Да, но это, но это было... Вот, я ему говорю, Глеб, ну когда ты был человеком, ты же писал блатные песни хорошие. В ресторане «Павильоны пивоводы», тоже его песня, стоит советский постовой, вышел. Вот сейчас шанс, что он меня гоняет вообще. Только не в его исполнении. Он сейчас голос потерял, вообще не может говорить даже. Он написал вот это, когда качаешь «Фонарик ночней», потом мы лежим художнички, у меня в ванне притянуты ножники. Ну, то, что меньше знают. «Фонарики» знают, а... Нет, у него много песен подобного рода. Он такие называл фишками, но есть. Я тут еще зазнался, стал обучать пел поэзии. Главное, чтобы пели. Одна баба, редактор крупного журнала, поэтесса известная, она умерла, поэтому фамилию я плохо помню. Вот она пришла нас и стала критиковать. Она за «Туманом», с «Туманом» все поют, вот, робят на счастье, Греб тоже сказал. Она стала говорить, вы понимаете, это же не поэзия. Вот пишите, понимаешь, это остро, очень остро. Это никак. Вы понимаете, что стихи стихами, там можно переносить мысль, писать, рифмовать который, свидание, просто можно все переносить, мысли. Песня должна кончаться на фразе. Песни свои законы. Потому что было понятно. И четыре куплета, а дай не греши, правда? Да. Я говорю, ну, коротко. Ну, у вас же это самое, вы не понимаете. Понимаешь, это остро, очень остро. Я же не могу написать. Понимаете, у меня острые впечатления от гор, там, и все. Вам понятно? Понятно. Всем понятно, понятно. Ну, песня «Прощай» такие литературные точности. Подумаешь, понятно, что это остро, очень остро, и все. Она никак, как только. Для нее никак, а для народа? Ну, все это понимают, что я хочу сказать. И в песне это лучше, песня лаконичная, собирает, группирует там кучу мыслей в одну. Скажем, я очень люблю, чтобы разгадывались, это он написал. Вот «Солдат Киплинг», пока догадаюсь. А надо знать читать, тогда поймешь, о чем хоть речь. Ну, вот она так, ну, не надо, не надо, плохая так плохая песня. Ну, пою же. Я Глеб говорю, меня поют, а тебя нет. Плохой ты поет. И получается, нифига, меня не получилось. Так, еще что-то такое. Ничего, ничего.
Все про... Ну, это простенькая песня. Ну, да. Что это? Для кинофильма. Ну, вернее, вошла в кинофильм, ну, так она тоже по этому поводу написана. Ничего, ничего, все пройдет, перестань. Ты же в дальних дорогах справлялся с собой. Просто-напросто ты постарел и устал. Не поешь про туманы и чью-то любовь. Посмотри, как с деревьев слетает листва. К сердцу слишком уж близко ты стал принимать. И ворчание дождя, и чужие слова. Продолжается жизнь, не сходи же с ума. Закури сигарету, пройдись под дождем. Как и раньше, на помощь к себе не зови. Люди сами придут. А пока подождем, как шутили друзья, такова соляви. Помолчи над ночною притихшей Невой, дождь прошел, огонек, кто-то тоже не спит. Вот и все, потихонечку песню запой, возвращайся домой, все пройдет, потерпи. Вот, и когда я, значит, наворотил кучу песен, Мира Акулов пригласил поехать с ним вместе в ансамбле, называется он «Веселые голоса», на юг отдыхать. Ну, опять же, летом. Ну, я, говорит, я вступлю в этот самый... Я уже был в АМА, в отделе музыкального ансамбля. Всю жизнь был в какой-то организации профессиональной, где я работал. То в ресторане, то на танцах. Вот на танцах мы играли в Ломоносове, там... 3000 танцующих сразу. Мы им играли за дифферент. Вот. И, короче говоря, работал профессионально. И вот она говорит, пойдем, у тебя же есть профессиональные, да, там тамак, книжка есть. Ну, теперь... И меня приняли туда в качестве... Я пришел, прослушался, подал заявление по поводу стать эстрадным певцом вокала, ну, вокалистом, эстрадным вокалистом второй категории. Ну, так. Ну, куда конец, даже третий, согласен, мне все равно. Я же в это время, когда мы ездили по югам, мне авторские шли уже эти вот записки. Тогда я получал 1000 в месяц, это неплохие деньги по тем временам. Во всех ресторанах пели за туманом, и все это отчисления шло через Москву. Со всего Союза. Капало. Капало. У меня был после Колкера, я после Колкера был на 7-м месте. Первым был Антонов больше всех. Я на 7-м. Вот. И вот, короче говоря, я в этом самом поехал с ними вместе. Петь. 4 песни поем. В ансамбле, зато отдыхаю. Авторские я выписывал на города, тут еду в Сочи, значит, присылаю туда. Я могу заказ туда прислать. Вот. И мы, значит, там с акулом загораем, купаемся, все это. Ну, я, значит, песни пел эти профессионально, так сказать. Но когда меня принимали, меня прослушали. Я просил вокальный жанр в третьей категории. Но они сказали, вы петь не умеете. Ну, так как вам работать надо все-таки, мы даем вам звание артист разговорного жанра, чем вот я сейчас занимаюсь в данный момент. И я получил звание артист разговорного жанра третьей категории. 8 рублей ставка за номер. Без права отделения. Ну, это я стал ездить с ними петь песни, считаться артистом. Ну, это уже конец 60-х, да? 63-й год. А, 63-й? Да. А, то есть еще до экспедиции, понятно. Нет, экспедиция была... 63-й. Да. После экспедиции. Уже имел свои песни и пел... Немного уже было, пели уже все. И Париж, тогда, и гостиница, все. Понятно, то есть ты пел там свои песни? Ну да, 4 штуки. Они играли мне, чтобы... Вот там такая картина, значит, хорошее занятие, кстати. Там приезжаешь в Сочи, сядешь в шикарный номер, так как я солист, у меня отдельный люкс там все на свете. И, значит, я спокойно иду сгорать. Знаю, во сколько начало концерта, во сколько мой выход. За 15 минут до выхода я с моря стою, иду туда. Уже отглаженный висит мой костюм, я одеваюсь, я иду пою 4 песни, снимаю, иду опять купаться. Ну, поэтому Акулов взял, отдохнуть просто. Мне понравилась эта идея, я стал там частенько появляться в этом концерте. А потом я продолжил всю свою жизнь на концерте в Флорене. Но так как я полезный человек, я собирал людей на концерт. То есть, скажем, ансамбль проваливается какой-то,
Мне дали отделение, уже потом получил право. Я выступаю одно отделение, они, одно отделение я. Идут на меня. Появляются статьи, что такое оркестр, ансамбль «Земляне», грохот, шум, тарарам, а вот Кукин поет нормально, хорошо. Зачем такие оркестры? Ну, называются эти вокально-инструментальные, как они там называют. Ну вот, и вот я таким образом помогал. И меня стали посылать одного снарядами по всей стране. Я отработал во всех филармониях страны. Ты первый бард, который стал на профессиональной основе. Я стал до барда еще. Да, до барда. Да. И, продолжил эту идею так же. И... А потом Дулов написал книжку на режиссуре. В этой книжке написал, что он на режиссуре. Хорошо сказал, да. Что он сказал, что Кукин это первый, который не стал лицемерить, а пошел прямо в эстраду. Нафиг это надо. И не отшатнулся от авторской песни, от данного жанра, как отшатнулся, допустим, Розенбаум. Вот он сам по себе. Ты жил. Ну, Розенбаум, он эстрадный на самом деле, но вообще Лучан Барт хороший. Ну, ты понимаешь меня, что ты все равно... Розенбаум мне нравится, да. Он хороший парень. Ну, вот и, короче говоря, я прошел по пути эстрады, стал петь. И до сих пор, до конца, я последнее мое место работы. Но так как я приносил доходы, мне отправляли деньги заработать для Ленконцерта. Кстати, Розенбаум была интересная штука. Когда однажды Хит встал и сказал... Что такое? Я, чтобы получить 25 рублей ставку, работал 25 лет. Розенбаум на третий год получил ставку 25 рублей. Кто такой Розенбаум? Директор Коркин встал и сказал, уважаемый Хир, сейчас на ваши концерты солдат нельзя загнать, они лучше в самоволку уйдут, чем на концерты ходить. Надоели вы все, посиду ехал. Ну вот, и говорит, такая штука, что, Хир, вы знаете, говорит, в Ленконцерте работает 3000 человек. 1500 – это творческий персонал. А 1500 – это обслуживающий. Там осветители, потом эти самые, как они шьют, которые там костюмы. В общем, куча администраторы, которые носятся. Все. Это все обслуживающие. И всех надо кормить. У нас в Ленконцерте есть скрипичный ансамбль, есть хоры, есть русские народные песни. Всех кормить надо. Но они не приносят дохода. Вот у нас есть еще, в Ленконцерте есть областная, там их отдел, по областям. Все они доходы, они все живут за счет тех, кто приносит доход. А их все в Ленконцерте 8 человек. Я вхожу в это число. Это, значит, пьеха с ансамблем, естественно. Потом, говорит, вот этот самый Розенбаум на первом месте идет. Он, да, вот говорит так, вот Розенбаум, он 80% дает дохода из этих тех, которые... 30% дохода дает Пьеха, значит, 20% дает Кукин, и там 10% дает еще какой-то ансамбль, там не помню. Вот. Это поющие гитары, по-моему. Вот эти работают доход, и весь доход их идет на то, чтобы оплатить 3000 людей зарплату. А мы, как что, даже перед Розенбаумом, да он скажет, да пошли, вот мы уволим, он скажет, спасибо. Вот так обрадуйся, наконец-то достался, а то корми вас, корми. Ну, так и ушел, потом собственный бизнес делал. Это тогда еще нельзя было, тогда ставки были. А когда стала свобода полная, да все разбежались. И артисты остались без денег, плохие артисты остались без денег. А хорошие свои дела. Два слова расскажи о встречах, о своих знакомстве с Висборгом, с Галичем. С Галичем ты познакомился в 67-м году на конференции по проблемам самодеятельной песни в «Петушках» или раньше? Нет, раньше. Да, раньше, да? То есть, и потом был Новосибирский фестиваль, там тоже был. Я с Галичем познакомился просто мгновенно и навсегда. Это было так. Значит, я получил первую премию «Лови окружаю». Был такой... Ну, конкурс я не знал об этом. Я был в экспедиции, приезжаю, кажется, я первое место занял с песней «За туманом». Спел ансамбль, да. Нет, первое место. Пел это «Шаги» группа, школьники. Группа, да. Школьники. И меня пригласили выступить как победителя. Я пришел в этот зал, я никогда не видел ни одного барда, в живом видел Городницкого, чуть не на колени перед ним. Господи, я ваша песня знаю. Он уже давно пишет, он даже у Светлова учился поэзии. Женат на внучке Светлова, и это масса связи. Вот это Городницкий, как Бог любит Городницкий. Ну вот, я, значит, пошел, и мне сказали, надо спеть. А эти ребята прийти не могли.
май месяц, у них экзамены были. Угу. Потом я сам должен спеть. Ну, Господь, я сам. Я вышел, спел за туманом, ну, а Вася, песня-то пошла быстро, она сразу пошла. Да, сразу. А тут вот живой авто нашли наконец. Я спел за туманом, а Вася, я спел тогда Париж, еще больше Вася. Я думаю,